Матч Penguins Промренова. С нами в студии Дмитрий Саяшвили и Александр Жаврит. Дим, первый вопрос к тебе. Хорошее начало сезона, поздравляю. Два тура, 6 очков. Поделись впечатлениями по сегодняшней игре. Ну, для начала классически спасибо сопернику за игру. Да, приятно, что у нас на старте 6 очков, но вот по прошлой игре, да, ну, объективно, мне показалось, что мы не заслужили 3 баллов, нам реально повезло. Рабон у нас напрощало где-то, Витима Слабоев подтащил. То вот сегодняшняя игра, да, я ребятам сказал перед стартовым свистком, что сегодня нужно показать и хорошую игру, и добиться результата. Мне кажется, сегодня ребята выполнили мою установку на 100%, придраться нечего. Уверенная победа на ноль, что очень крайне редко бывает. Поэтому ребятам аплодирую. Красавцы. Комфортный счет после первого тайма. Что в перерыве сказал? Счет был комфортный, поэтому в перерыве играли по счету, отдали сопернику мяч, играли на контратаках. Неплохо получалось. К сожалению, не удалось ничего забить. У соперника во втором тайме, несмотря, да, на то, что не владели мячом, был один момент. Вот, Витя подтащил, так-то, в принципе, моментов и не было, поэтому, в принципе, ну, отыграли второй тайм хорошо. Саш, вопрос к тебе. Второй тур, первый тайм начинаете, ну, почти начинаете с 0-3. Расскажи, что это, недооценка соперника или не набрали форму в межсезонье? Ну, во-первых, спасибо сопернику за игру, с победой. У нас как получается, то есть большие изменения в коллективе. То есть много незнакомых людей, большая несыгранность, отсутствие тренировочного процесса. Поэтому, я думаю, с этим связано все. Потому что мы прошлую игру также начали, там 2-0 проигрывали, но там смогли как-то вернуться. В этом, видимо, соперник нам не позволил этого сделать. Но у нас вот сейчас состоялся серьезный разговор, то есть будем вот, собираться во вторник тренироваться, в четверг еще игра там. Поэтому, ну... У нас большой объем работы впереди, поэтому надо исправлять вообще ситуацию текущую. Состав на сезон сформирован или еще новички ожидаются? Состав сформирован. Возможно, сегодня не все доехали, поэтому ну, новых каких-то усилений не будет. То есть нам главное, чтобы вот, собрать как бы воедино вот, всю заявку. Спасибо. С победой, Дима, еще раз. Спасибо. Спасибо.